Юлия Кузнецова родилась 19 января 1981 года в Москве в семье писателя Никиты Кузнецова, автора психологической и юмористической прозы. В детстве Юлия мечтала стать биологом, любила читать. В 16 лет написала свой первый рассказ о ненависти. Юлия Кузнецова училась в аспирантуре, работала гидом-переводчиком, копирайтером, преподавателем иностранных языков, руководителем театральной студии на английском языке «Окошко радости». Творчеству Юлии Кузнецовой свойственно тематическое и жанровое разнообразие. Она пишет сказки для малышей, рассказы для детей и подростков, детективы, романы, приключенческие и психологические повести. Со слов автора, ее любимый жанр – психологическая повесть. Юлия Кузнецова не боится говорить о серьезных и важных темах, понятным современному ребенку и подростку языком. Юлия Кузнецова любит встречи с детьми, потому что дети задают каверзные вопросы и дарят вдохновение. Она считает, что важно писать так, как ты сам говоришь, любишь, думаешь. А в творчестве нужно максимально следовать правде жизни, но стараться выбирать для своей книги счастливый, насколько это возможно, конец. Предлагаем познакомиться с некоторыми книгами Юлии Кузнецовой. «Где папа?» У 13-летней Лизы и так немало проблем в школе. И даже ее решение быть немой и лишний раз не попадаться на глаза не спасает от очередной злой шутки одноклассников. Лишь дома можно спрятаться от окружающего мира, а про школьные неприятности забыть, болтая с папой, пока тот намазывает хлеб вареньем. Она его так и зовет – хлеб с вареньем. А он ее ласково – Муськин-Пуськин. Но привычный и комфортный мир рушится, когда любимого папу забирают в тюрьму. Мама с головой уходит в решение проблем, у старшей сестры уже своя взрослая жизнь, а бабушку волновать противопоказано. И никому не пожалуешься и не объяснишь, что случилось. Сколько вопросов, ответы на которые придется найти самостоятельно. А для этого придется посмотреть на мир по-иному и понять, что жених сестры Кости не такой уж зануда, и у них оказывается очень много общего. Что среди скотских одноклассников есть хорошие люди, готовые помочь в трудной ситуации. Что маму можно, а главное нужно обнимать. Что разного рода проблемы есть у всех, просто никто о них не рассказывает направо и налево. Что кто-то нуждается в большей заботе, чем ты сам. Эта книга не только о подростках и для подростков, но и о неидеальных взрослых для их родителей. «Где папа» – это история о том, как в жизни может случиться несчастье, и о том, что несчастье это всегда можно пережить достойно. «Выдуманный жучок» Юлии Кузнецовой. Это история о девочке Таше, в голове которой есть маленький проводок – шунт. Он помогает работе мозга. Шунт нужно менять каждые 3-4 года, пока Таша совсем не вырастет. Поэтому главная героиня часто и надолго ложится в больницу, в которой всегда происходит много удивительных и поучительных событий. В нейрохирургическом отделении Таша познакомилась с Аней, доброй и приветливой девочкой, болеющей раком. Девочки подружились, и теперь они вместе продают смешные истории. То запирают неприятного врача в шкафу, то вяжут куклу Вуду в виде медсестры. А еще много общаются и делятся секретами. Важную роль в жизни главной героини играет выдуманный жучок, маленький помощник, которого Таша придумала себе, чтобы не скучать в больнице. Жучок добрый, часто дает девочке мудрые советы и поддерживает ее. В больнице живут и другие существа, мерзкие жучки отчаяния, которые высасывают из людей последние силы. На протяжении всей книги Таша и Аня пытаются справиться с жучками отчаяния и часто одерживают над ними победу.
А еще эта книга о том, что можно счастливо жить, несмотря на неизлечимую болезнь. Доп. Эта книга о невероятных приключениях бабушки Жени понравится любому ребенку. Ну а взрослому книга поможет еще раз задуматься над отношениями со старшим поколением, взглянуть на проблемы детей по-другому. Книга очень добрая и на примере бабушки Жени показывает, как можно помочь другим людям стать немного счастливее. И даже некоторые хитрости в воспитании детей взрослые могут почерпнуть оттуда. Также в нашей библиотеке вы можете познакомиться и с другими книгами Юлии Кузнецовой.